Челябинской области почти на 7% вырастет минимальный взнос на капремонт. Вчера соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Раньше тариф составлял 11 рублей 20 копеек. С 1 января 2024 года минимальный взнос за квадратный метр вырастет до 11,80. Напомню, это не единственные траты, которые ударят по карману южноуральцев. В следующем году цены на услуги ЖКХ могут подскочить на 11%. Средний индекс предложили в правительстве России. И он оказался выше, чем в соседних регионах – Екатеринбурге, Кургане и северных территориях. Примерная плата за коммуналку для семьи из 3 человек в среднем подорожает на 500-700 рублей. Впрочем, если тариф начнет съедать больше 20% семейного бюджета, люди могут обратиться за субсидиями.